Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса последствий получения налогоплательщиком, точнее даже приобретения налогоплательщиком статуса резидента Российской Федерации. Ну, в данном случае имеются в виду последствия в отношении налога на доходы физических лиц. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Так вот, Минфин России указывает на то, что статус физического лица, он определяется по итогам налогового периода. Соответственно, в том случае, если налоговые последствия были определены в одном налоговом периоде, а, соответственно, налоговый статус был приобретен уже в последующем налоговом периоде, то в этом случае какого-либо влияния данная ситуация не оказывает на налоговые последствия физического лица уже определенные. И в данном случае Минфин приводит конкретный пример, а именно в том случае, если в 2015 году лицо не являлось резидентом Российской Федерации, но при этом получало доходы, соответственно, эти доходы они должны были облагаться по ставке 30%. И в данном случае суммы налога не пересчитываются в связи с тем, что данное лицо приобрело статус резидента в последующем налоговом периоде. Я отмечу, что на самом деле данный вопрос регулярно возникает у налогоплательщиков, и Минфин регулярно дает свои разъяснения по данному вопросу. Поэтому данное письмо следует учитывать налогоплательщикам, ну как налогоплательщикам, так и налоговым агентам при определении последствий приобретения лицом статуса резидента Российской Федерации. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.